Новый век технологий. Сегодня новостями можно делиться мгновенно. Каждый день к нам в редакцию поступают сотни писем и телефонных звонков. И, к сожалению, на все сразу отозваться мы не успеваем. Поэтому мы запускаем новую услугу приложения WhatsApp, номер которого вы видите на своих экранах. А как это работает, я вам сейчас расскажу. Информационно-мультимедийный портал otrar.kz рассказывает о происходящем в Шымкенте 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Сайт начал свою работу еще в 2009 году. Редакция выбирает самые значимые события и следит за их развитием. Сегодня на сайте дежурит журналист Елена Бояршинова. Она не только оперативно опубликовывает свежие статьи коллег, но и пишет собственные материалы на сайт. Еще Лена успевает отвечать на разные обращения и старается помочь людям даже добрым словом. Как только на мониторах на главной странице нашего сайта появился WhatsApp, сразу пошла обратная связь. Так что, уважаемые пользователи, горожане, жители области, да кто угодно, ребят, пишите. Если это интересно будет и будет совпадать с контентом, с контекстом будем, с форматом нашего сайта, конечно же, мы всегда это опубликуем. Я так думаю, что новостные редакции, все, что будет совпадать с форматом новостей, мы это покажем. Конечно. С недавнего времени, чтобы улучшить работу сайта, создан аккаунт в мессенджере WhatsApp. Каждый желающий может прислать свое обращение к журналистам медиахолдинга вместе с видео, фото и даже голосовое сообщение. Здравствуйте, Отрар, пожалуйста, приедьте. Здесь незаконная вырубка деревьев идет. Будьте добры, пожалуйста, приедьте. Мы уже по всем инстанциям звонили. Надежда только на вас. Бывает и такое, причем часто нам поступило смс-сообщение о том, что где-то идет незаконная вырубка деревьев. И вот моя коллега Ксения Поленица уже собирается на выезд. Ксюша, скажи, пожалуйста, вот в чем актуальность такого приложения? Нужно оно нам? Да, оно очень нужно, потому что люди могут оперативно снять видеоматериал, снять фотографии, отправить его нам по номеру, изложить проблему. И здесь сразу и обратная связь работает, потому что сразу и контакт у нас регистрируется, и мы можем позвонить и спросить, уточнить, по какой проблеме вы к нам обратились. Вот как раз буквально к нам обратились жители города, которые жалуются на незаконную вырубку деревьев у них во дворе. И вот сейчас я собираюсь на съемку, хочу выяснить, так ли это на самом деле. На приложение WhatsApp вы можете присылать свои сообщения круглосуточно. Служба информационного портала otrar.kz отреагирует на вашу просьбу сразу. Для этого необходимо скачать на свой смартфон приложение WhatsApp, зарегистрировать его на свой номер и прислать свое обращение по номеру 8 747 996 82 19. Шудин Саидов, Ильдар Жанусханов, Камила Сайфуллина, информационная служба телекомпании «Отрав».